Давайте от этого образа славы перейдем к более подробному изучению данного предмета. В конспектах эта подтема озаглавлена так: «Непорочное зачатие». Непорочное зачатие — это лучший способ исследовать рождение Христа от Девы Марии. Иногда говорят о непорочном или девственном рождении. Однако в самом рождении ничего девственного нет. Разумеется, богословы в ранней церкви, особенно находившиеся под влиянием среднего платонизма, особенно жившие в Александрии, занимались тем, что называется гинекословия, гинотеология. Полагаю, что эта богословская традиция еще сохраняется в римско-католической церкви и, возможно, в православной церкви тоже. Если обратиться к богословам II века и их трудам, то складывается впечатление, что они не учитывали тот факт, что Библия подчеркивает чудо именно зачатия Иисуса. А это подлинно чудо. Зачатие, а не само рождение. Однако некоторые богословы II века утверждали, что беременность Марии протекала таким образом, что этого не было видно физически вплоть до самого рождения Иисуса. То есть беременной она не выглядела никогда, ни на каком сроке. Кроме того, они предполагали, что и роды прошли без разрыва девственной плевы. Видели бы вы свои глаза. Похоже, лопнут сейчас именно они. Итак, в итоге появилось представление о «virgo intacta». Латинский довольно прост, не так ли? «Virgo intacta» — основополагающий догмат римско-католической церкви и одно из важнейших учений в православной церкви. Однако в Писании никакого обоснования этому мы не находим. И у Матфея, и у Луки подчеркивается зачатие. Причем оба эти евангелиста говорят о зачатии Иисуса Христа в контексте истории спасения, в контексте исполнения обетования. Давайте откроем Матфея 1. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Давайте пропустим три так называемые группы предков Иисуса Христа и сразу перейдем к стиху 18. Рождество Иисуса Христа было так. Все это на фоне предыдущей родословной. По обручении матери его Марии с Иосифом, прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет во чреве от Духа Святого. Иосиф же, муж ее, будучи праведен, не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Но когда он помыслил это, се ангел Господень явился ему во сне и сказал: «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившееся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от греховых. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит: «Се дева в чреве приимет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил», что значит «с нами Бог». Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою. И не знал ее, как, наконец, она родила сына своего, первенца, и он нарек ему имя Иисус.
Обратите внимание на действие Духа в 18 стихе. «Имеет в чреве от Духа Святого». Речь идет о зачатии. Заметьте, Иосиф — сын Давидов, как это прямо написано в родословной. При этом написана она, понятно, не с точки зрения Иосифа. И этот Иисус есть новый Иешуа. Иешуа значит «Бог освобождает», «спасение». Вот почему это имя было столь распространенным в первом веке, чего, видимо, не знают некоторые голливудские продюсеры. Итак, Иисус — это новый Иешуа, действующая фигура в царстве, тот, кто введет народ в землю обетованную, кто осуществит исход. Он ни много ни мало, а спаситель народа. Стих 21. «Всему виной, несомненно, грех, ибо он спасет людей своих от греховых». 21 стих. Контекст исполнения обетования здесь вполне очевиден. При наличии прямой ссылки на книгу пророка Исаии 7:14. Тогда тот младенец, который должен был родиться от девы, должен был стать знаком того, что Бог не оставил свой народ. Его имя отражает принадлежность к роду Давидову, Иммануил, Бог с нами. Вся родословная, как мы знаем, отражает ожидание Мессии из рода Давидова. Стихи с 1 по 17. Если внимательно взглянуть на родословную, то мы увидим в ней ряд интересных персонажей. О матерях в генеалогиях подробно говорить было не принято. Здесь же упоминаются 5 матерей. 4 в самом родословии и еще одна в 18 стихе. 3 стих — Фамарь, хананиянка. В 5 стихе — Рахава, также хананиянка. В том же 5 стихе — Руфь, моавитянка. И в 6 стихе — Версавия, хитиянка. И, наконец, в 18 стихе — Мария, дева. Вывод здесь, видимо, таков. Бог может осуществлять свои замыслы непредсказуемым для нас образом. Более того, наличие 4 язычниц в родословии дома Давидова указывает на то, что Божий замысел в конечном итоге охватывает весь мир, что опять-таки согласуется с обетованием, данным Аврааму. Бог — это не только и исключительно Бог евреев. Четверо предков Христа — язычники. И действительно, кульминация Матфея 28 — воскресение Христа из мертвых. «И теперь дана мне, — говорит он, — всякая власть на небе и на земле. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Все народы были обозначены с самого начала в такой тщательно продуманной родословной. А теперь давайте обратимся к Евангелию от Луки. Первая глава. Луки, 1 глава, стихи с 26 по 38. Они содержат предсказание о рождении Иисуса. Из 27 стиха мы узнаем, что Мария была обручена мужу именем Иосиф из дома Давидова. Как видим, снова подчеркивается «дом Давидов». Из 32 стиха становится известно, что тот младенец, которого она родит, наречется Сыном Всевышнего, и что Господь Бог даст ему престол Давида, отца его.
и он будет царствовать, говорится дальше, над домом Иакова вовеки, и царство его не будет конца. И далее, в 35 стихе, ангел говорит, «Дух Святый найдет на тебя, и сила Всевышнего осенит тебя. Посему и рождаемое святое наречется Сыном Божиим». С языковой точки зрения, выражение «Дух Святый найдет на тебя» сродни выражению из Исхода 40:35, где говорится о том, что «облако осеняло скинию, место, где обитало святое имя Божие». Место Божьего присутствия в Ветхом Завете. Можно сравнить Луки 1:35 и Исход 40, стих 35. Исход 40:35 в греческом переводе Ветхого Завета. Далее, в стихах 54-55, отчетливо звучит тема истории спасения песни Марии. «Воспринял Израиля, отрока своего, воспоминув милость, как говорил отцам нашим, к Аврааму и семени его до века». И здесь актуализируется не только обетование, данное Давиду, но и предшествующее ему обетование Бога Аврааму. Этот же мотив, связанный с именем Давида, лейтмотив, наблюдается и во второй главе, стихи 4 и 5, где описывается непосредственно рождение Иисуса Христа в городе Давидовом, в Вифлееме, ибо Иосиф был из дома и рода Давидова. Рожденный же в городе Давидовом младенец, согласно 11 стиху, «Спаситель, который есть Христос Господь». В повествовании Евангелиста Матфея, вернемся к нему на минуту, рождение Иисуса Христа становится новым, дарованным Богом, начало для Израиля, но в перспективе не только для него, но и для всего человечества. И у Луки акцент не только на Израиле, Спаситель из рода и дома Давидова, но опять-таки на всем мире. Ведь так же, как Евангелие от Матфея, Евангелие от Луки тоже содержит родословную в третьей главе, но с акцентом, по-видимому, на семейном роде Марии, а не Иосифа. В отношении этого родословия из Луки важно подчеркнуть его обратный порядок. Если в Матфея оно начинается с Авраама и далее называет тех, кто жил после него, то в Луки отправной точкой служит Иисус, от которого хронологически родословие восходит к Аврааму, да, но в конце концов к Адаму, Сыну Божьему. Таким образом, в нем отражен весь мир, весь род человеческий. Если совместить эти родословия, то становится понятно, что во Христе Бог явил нам истинного Адама, истинный Израиль. Это Адам, который не согрешит, не отступит от Бога. Это Израиль, который не впадет в грех, который останется верным. И так же, как у Адама, у этого младенца не будет земного отца. С него, так сказать, начинается новый род. Понравилась лекция? Вдохновились услышанным? Поддержите нас молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com. Немного касаясь систематического богословия, замечу, что, по словам Морриса,
Иисус выступает как человек сущностно, а не как типичный представитель человеческого рода. Обычные люди рождаются у матери и отца. Однако сущность человека определяет не это. Иначе первых людей назвать людьми было бы нельзя. Равным образом, женщины — люди сущностно. Так же, как и мужчины — люди сущностно. Однако, с точки зрения продолжения рода, женщина скорее выступает как представитель своего пола, как носитель признаков, определяющих человеческий род. Улавливаете разницу? Весьма полезно уметь видеть это философское различие между человеком по сути и человеком как представителем человеческого рода. Таким образом, у Иисуса, как у Адама и даже, возможно, у Израиля, нет земного отца. Ну что ж, друзья, это, пожалуй, все, что я хотел бы сказать о воплощении и о непорочном зачатии в рамках программы нашего курса.